own conversations, hoping you will come and save me. Всем привет, и это новый выпуск «Стать людьми». Я очень надеюсь, что он вам понравится, и приятного просмотра. Сейчас я решаю домашнее задание от репетитора по обществознанию. Мы тоже готовимся к олимпиадам по этому предмету. И мне осталось доделать последнее задание. Думаю, здесь осталось достаточно немного, поэтому, думаю, успею примерно за 15 минут. В 15:00 у меня будет занятие с репетитором, и оно длится будет 1.5 часа. Итак, вот что получилось за один урок. Изучали античную политическую философию и прошли Сократа, немножко Платона. Ну, как немножко, здесь все Платон, и начали Аристотеля. Скорее всего, сейчас буду переписывать все, что я написала карандашом. Но сначала покажу, что мне пришло. Это вот такой механический карандаш 0,7 миллиметра. Он железный, такой очень увесистый, приятный. И к нему вот такие длинные грифели. Все я заказывала на Алиэкспрессе. И, как по мне, карандаш очень хороший. Я им вот здесь писала. Мне он очень понравился, поэтому, если хотите, можете такой же на Алике найти. И такие же грифели. В целом все, теперь можем продолжать заниматься. Итак, достала итальянский. Я очень надеюсь, что я его не заброшу с начала нового учебного года. Сейчас я изучаю обычно прошедшее время. И так не досмотрел урок, который мы начинали с вами в предыдущем выпуске «Стать людьми». Поэтому предлагаю сегодня начать именно с этого. Итак, наконец-то я возобновила Duolingo, давно хотела это сделать, но никак не доходили руки. И наконец-то я снова принялась здесь проходить уроки. Thank you.
Оформила сегодня планер, bullet journal на сентябрь. И делала я что-то, ну, прям просто на импровизации. Здесь я разместила календарик и отметила график выхода видео. Здесь, конечно, брошюра немножко размазался, но я думаю, что это ничего страшного. Далее я разместила трекер сна на весь месяц. И просто буду отмечать разными цветами, в какой период времени я проснулась. Обычно позже 9 я не просыпаюсь, поэтому выбрала промежуток от 5 до 9 и разделила пополам. Далее цитаты. Скорее всего, здесь будет только одна. И внизу у меня будет трекер подписчиков в Ютубе и в Инстаграме. Здесь я буду писать в начале месяца, а вот здесь в последнее число. Далее у меня вот здесь события. Буду отмечать их под восклицательным знаком и, возможно, вводить еще и в календарике. И писать просто дату и что она значит. Здесь пропишу цели. А вот это место я еще пока что не придумала для чего. Но я думаю, что здесь что-нибудь все-таки потом появится. И далее я хочу попробовать планировать по неделям. Потому что был такой совет в книге Стивена Кови, которую я недавно прочитала. Автор утверждает, что планировать по неделям гораздо эффективнее. Но я буду потом, наверное, расписывать в Notion по дням. И, кстати, хочу в Notion попробовать планировать с вечера. Потому что мне немножко лень с утра расписывать для себя план дел. Ну а это было все видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось и мне удалось замотивировать вас на продуктивную учебу. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, такие как Инстаграм, Телеграм-канал и ТикТок. Все ссылки на них есть в описании под этим видео. А также не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, ведь здесь очень много мотивации. Ну и всем пока!